Вы на канале Маркош ТВ, и сегодня я буду оценивать ваши дома, девочек, Вари, Сони и также Полины. Первый дом Сони, он был очень красивый, и в нем были такие зеркальные полы, но, к сожалению, она всего убрала, и в общем, у нее ничего тут не осталось. А это дом Вари. Здесь у нее кухня и пати. Вот такие вот холодильники, бутылка водой, Потом у нее есть вот такая вот комната, она пустая. У нее нет кровати, но у нее тут есть диванчик. Вот такой вот. Потом тут есть ванная, но она такая обычная, полотенчики, я не знаю, были тут или нет. И второй этаж, я его сама обустраивала, так что тут, в общем, вот такая непонятная штуковина, и это, возможно, там была еще секретка, но я не заметила. И там, тут комната, и вот такой вот дом. Давайте сейчас спросим, за сколько ты купила дом? Она сказала, что она купила этот дом за 1500... Да что-то там такое. Ничего себе. А это уже дом Полины. Он, конечно, такой же, как у меня раньше был, но ничего. Она тогда полиционик. Вот как красиво тут у нее. Вот комната для питомчиков. Тут есть вот такая вот арочка, столик, диванчик. Диванчики, точнее, пуфики такие. И еще вот такая вот поилочка для питомчиков. И ванная. Это пустая комната. Тут есть секретка. Давайте поднимемся наверх. А, да, тут ничего, в принципе, нет. Еще у нее тут есть вот такая вот, как сказать, компьютер и вот спальня. За сколько ты купила свой дом? За 500, 1500, в общем, да. Раз, два. Вот первый приз ее. И еще я подарила ей подарок. Сейчас покажу. Вот. У тебя второе место. И я вот подарила бандикута вот этого. Я еще раз показываю. И подарок. Она очень радуется. Говорит спасибо. Ну, я, в принципе, тоже рада, что она рада. Так, а вот Варя, у нее первое место, и я ей подарю вот такого прокачанного котенка, и вот такой вот подарочек, и еще также я решила подарить ей вот эту вот коляску. А, да, кстати, подарки для Сони были коляска и подарок.